Ушел Чубайс, за ним эпоха. Так говорят оппозиционеры в нашей стране. Да нахер гнать такого лживого пройдоху, который похоронил промышленность в говне. Ну назовите, чем он был вообще полезен? Может, отрасль поднял он какую-то с колен? Он просто вшивый рыжий кот, который бесполезен, как в организме накопившийся канцероген. А как он понял, что достали скальпель, чтобы вырезать эту опухоль к чертям? Он как предатель, прям как неприятель, свалил к заокеанским покровителям друзьям. И честно, даже мне не жаль такую мразь не видеть больше. Но жизнь, она же как спираль, накроет его тело макинтошем.